Всю работу, можно сказать, сделал он. Пока мы работали по противнику, противник не заметил, он зашел в окоп. Ну, это подвиг, на самом деле. Красавец. Один взял самый большой опорь, который не могли взять там месяц лишний. Русский солдат такой и должен быть. Шли на укрепление ребята. Мы подползли уже достаточно близко. По ним работал пулеметчик. Ранил нашего товарища. Пока ребята его вытаскивали, он отвлек внимание на себя, чтобы дать уйти раненому. Его, собственно, настигли. Именно он показал, как надо вести себя в бою. Смелость, скорость. Холодная голова. Сначала он служил в другом подразделении, потом по согласию перевелся, захотел стать штурмовиком. Простой, как ты не скажешь поначалу, что прям я иду. В одиночку может зачистить целый опорник. Ну, они все у меня простые. Я горд, что я служу такими вот людьми. С большой буквы парни. Парни, которые делают в этой стране, можно сказать, историю. Парням скоро вернусь. Давай.